ZX-VH1000 – это не шипованная зимняя шина для легковых автомобилей малого и среднего класса. Примечательно, что при доступной цене она предлагает достойные характеристики, причем как ездовые, так и эксплуатационные. Если обратиться к евроэтикетке и перевести ее в показатели в школьную шкалу, получим 4 за торможение на мокром асфальте и шумность, а за топливную экономичность 4 с минусом. В итоге имеем привлекательный вариант для белорусских зим. Ключевые черты протектора. Широкие кольцевые канавки в центральной зоне предотвращают раннюю потерю сцепления в глубокой воде. Нарезка на боковых ребрах усиливает тягу на утрамбованном снегу и льду. ZX. Азиатские шины по европейским лекалам.